Тест камеры. Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra, 8К, 24 кадра. Давайте посмотрим, как же снимает наш смартфон. Вот как-то так это все выглядит. Оцениваем динамический диапазон. Сейчас поближе к цветочку. Достаточно неплохо снимает, с учетом того, что это 8К изображение. Вот она еще, пчела тут. Интересно, так возможен ли зум? Да, друзья, возможен зум 6-кратный. К 24 кадра в секунду. Но стабилизации, я так понимаю, здесь как таковой, хотя возможно электронная стабилизация и присутствует. Вот как-то так это все выглядит. Еще раз зумируем все это дело 6-кратно и смотрим на наш цветок.